По прогнозам, снег в этом году начнет покрывать землю уже в третьей декаде октября. К этому времени, ставят задачу специалисты, и техника, и люди к зиме должны быть полностью готовы. На сегодня сформирован необходимый запас противогололедных материалов. В этом году мы немного изменяем подходы по содержанию тротуарной части. Ну, конкретно планируем приобретение в большем объеме материала «Бионорд», который имеет повышенную эффективность в содержании при зимней скользкости. Особое внимание планируют уделить дорогам, на которые сегодня перераспределилась основная транспортная нагрузка из-за ремонта моста на Новом рынке. Есть сложные участки, это подъемы, спуски, где мы будем применять не песчано-соляную смесь, а с использованием отсева дробления, что повышает сцепляемость, повышает эффективность на вот таких сложных участках. Убирать улицы города зимой будет почти 2,5 сотни снегоуборочной техники. Работы обещают вести круглосуточно. Для доукомплектования штата дорожников и повышения им заработной платы по поручению главы Барнаула принято решение увеличить финансирование сферы на 100 миллионов рублей. Всего же на зимнее содержание Барнаула в 2022 году выделено свыше 750 миллионов рублей. Елена Макаренко, «День с толком».